Эй, дружище, это Дэдпул, познакомьтесь. Это Славик, а это Сережа. Мы только что были на допремьерном показе нового фильма «Дэдпул». Для непосвященных зрителей вы можете немножко перепутать этого персонажа с Человеком-пауком. Например, мой племянник, когда увидел картинку, я трейлер смотрел, он говорит: «О, это Человек-паук!» Я говорю: «Нет, это не Человек-паук, это кое-что другое». В общем, только что мы ходили на этот фильм. Я, честно говоря, сначала не хотел идти, не собирался, потому что, посмотрев трейлер, я понял, как бы фильм прикольный, но мне показалось, он пошловат. И вот именно эта пошловатость меня отталкивала. Но буквально вчера Славик мне сказал: «О, чувак, ты не собираешься идти?» Я говорю: «Да нет». Ну, в общем, мы собрались и пошли. Дэдпул, кстати, вот Славик принес. И сейчас мы коротенько поделимся своими впечатлениями. Вот буквально свеженькими, тепленькими еще. Вот только вышли из зала молча. По поводу пошловатости. Фильм действительно немножечко пошловат, но я думал, наверное, больше будет. Хотя я не знаю. Вроде пошлости было достаточно много. Но, в принципе, вот если бы, знаете, убрать вот эти вот все секс-шутки, то вообще было бы все супер. Это так, если в двух словах. А ты как считаешь? Тебе как, не сильно ты краснел? Я просто в темноте не видел. Местами казалось, что просто пошлятина ради пошлятины. Ну, вот местами оно было действительно неуместно. Некоторые пошлые шутки были настолько тонкие, что я даже не сразу в них въезжал. Это надо немножко иметь склад ума такой, знаете, сразу врубаться, о чем речь. Рядом с нами человек постарше сидел, и он вообще не смеялся, он вообще, да? Не въезжал и... Ты думал, куда я попал вообще? Ну да, почему все смеются? Мы так иногда ржали достаточно громко, я такой смотрел, думаю, блин, мы хоть не одни ржем в этом зале. Часто не одни, но вот да, мужик возле Славы какой-то был совсем молчаливый. А в целом? Ты фанат комиксов Marvel? Ну, в целом мне нравится серия Marvel, весьма. Но Дэдпул, он просто как, если взять эту серию, то просто из ряда вон выходящий фильм. Мне показался он типа стёбом, да, над, собственно, всей этой Marvel вселенной. Таким жестким стёбом. Там есть довольно такие открытые стёбные моменты, когда чувак типа комментирует вообще, как снимается этот фильм, и там какие-то моменты как будто бы к зрителю обращается. Вот эти все прикольчики, они не создают такого целостного впечатления погружения в какую-то там сказку, то есть как бы все это воспринимается, как будто это понарошку, да, происходит, и как будто бы главный герой, он сам это прекрасно понимает. Как будто он знает, что ты что все понарошку, да. Все смотрят. И, кстати, мне это достаточно понравилась тема, потому что вот все эти люди Икс и прочее, они, это все такое, знаешь, серьезное, пафосное, все там капитаны Америки и так далее, то этот фильм, я бы, знаешь, больше хотел бы видеть все вот эти люди Икс вот в таком духе, в ржачном, стебном. Единственное, что без вот этих пошлых шуток, если бы без них, то вообще, мне кажется, это круто. То есть они все эти супергерои, им круто, им идет быть вот такими юморными, стебными, чем вот просто пафосными и серьезными. Такие весело спасающие мир. Да. Ты, наверное, совсем не заметил, что фильм был достаточно жестокий. Как но для это... Марвела. Да, я как-то особо, да, не заметил. Да, много таких жестоких сцен, но на фоне всего этого юмора, даже жестокие сцены поставлены с юмором. По жестокости немного напоминает мистера Пиклз. Но... Я читал, что в фильму вставлена классификация по жестокости, там как-то R или что-то такое. Да. Что это значит, я не знаю, но, наверное, это типа... До 16? Да, до 16. Так что, если вам до 16, sorry, guys, вы не увидите этот фильм. Только пираточку качает. Растите. Что мы можем посоветовать. В целом, конечно, я знаю, есть много фанатов, которые уже ожидают этот фильм и ждут, не дождутся, а фильм-то будет только через 2 дня, через 3 дня. А мы уже посмотрели. Я не являлся этим фанатом, вообще об этом Дэдпуле первый раз, в общем-то, услышал. У него такая прикольная вот эта штучка, да, на голове сзади. В фильме она мне тоже нравилась. В целом, мне, в принципе, понравилось. Я говорю, если бы вообще убрать вот эти пошлые штучки, я бы сказал, фильм просто бомба, и всем бы рекомендовал бы и советовал. А поскольку вот эти вот есть пошлые моменты, я все-таки буду осторожен в рекомендациях, да. Кому-то я буду рекомендовать, а кому-то скажу, не знаю, пошловато. Сколько он шел? Сколько он шел, кстати? Около 2 часов шел, может, немножко больше. Я даже сейчас проверю, сколько он шел. Начался в 7, сейчас 9. Да, где-то 2 часа шел. На IMDb рейтинг у него 8,7.
Это большой рейтинг, ну, считается. Из 10, как бы. Достаточно, как бы, оправдывает свой рейтинг, действительно. Вот в прошлый момент он все же присутствует. Да. За это я бы оставил немножко меньше, но вообще сюжет классный, тупых моментов в принципе нету. Достаточно веселый, большинство юмора черный юмор. Я только один момент предсказал, в принципе, вот прям почувствовал, что так и случится. А так, в общем-то, довольно непредсказуемый сюжет, не какой-то незамыленный. Хотя в таких фильмах сюжет, наверное, не самое главное. Тут именно юмор порадовал. Меня Эмиша порадовал. Юмор, вот сам этот персонаж, он такой, я думаю, всех влюбляет в себя. Можно сказать, что фильм соответствует трейлеру. А то бывает, знаете, какие трейлеры. Ожидание реальности, а тут, да, в принципе, совпало. Да, да. Ну, как, конечно, понятно, фильм экшен довольно такой активненький, веселенький, со всякими вставочками, прибамбасами. В принципе, прикольный фильм, можно смотреть, если вы любите вселенную Marvel. Это, конечно, отдельный фильм, то есть он совсем как бы не похож, ну как, он похож, но не похож. Мы смотрели не в 3D, я не знаю, в 3D будет его показывать или нет, а и IMAX, и не в 3D, это просто кощунство, на мой взгляд. Я бы хотел бы, хотя и так нормальненько все смотрелось. Так что, ребятушки, ставьте лайки, смотрите фильм, если вам хочется. Своим мнением мы поделились. Нам, в принципе, понравилось. Ты не пожалел, что ты пошел вообще? Нет, не пожалел. И я не пожалел. Хотя я не собирался на этот фильм идти, но я не пожалел. Все, спасибо, до свидос. Увидимся в следующих фильмах. Спасибо за просмотр. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!